Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Марганцовка представляет собой темно-фиолетовые кристаллы, которые окрашивают воду в розовый цвет. Наши мамы и бабушки не обходились без этого простого и бюджетного средства. А все потому, что оно является прекрасным антисептиком, убивающим вредные микробы и бактерии. Чем же полезна обработка марганцовкой для смородины и клубники? Прежде всего, раствор марганцовки помогает защитить растения от зимующих на них вредителей и грибковых спор. Во-вторых, марганцовка сама по себе является неплохим удобрением, благодаря входящим в ее состав магнию и калию. Если растворить в ведре воды небольшое количество марганцовки, то получится отличная внекорневая подкормка для садовой земляники, смородины, черники, малины и крыжовника. Также хорошо отзываются на подкормки с марганцовкой яблони, вишни, капуста, горох, фасоль, свекла и картофель. В-третьих, раствор марганцовки с успехом применяется в качестве лечебного препарата при обработке растений от различного рода заболеваний, имеющих грибковую природу. Например, землянику таким образом можно спасти от серой гнили, а смородину от антракноза и других болячек. Для этого разведите половину чайной ложки марганцовки в 10 литрах воды. Можно использовать опрыскиватель, а можно прямо сверху обдать и кустики клубники и смородины. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!